То есть я понимаю, что вы, скорее всего, читали «Властелина колец», вы образованные люди, но просто... Йоу-йоу-йоу, Андрей, клик убери, пожалуйста. Воды? Слушайте, у меня на всех не хватит, здесь 12 человек, я не Иисус Христос. Могу только первому ряду немножко, только поделитесь, пожалуйста, друг с другом. Будьте так добры, не будьте эгоистами. Давайте девушкам попить. Я понимаю, что это мертвому припарки 4 минуты, но тем не менее. Все, что мы не выпьем, мы раздадим, разумеется, но нам самим нужно попить, иначе мы сдохнем. Короче, Восточный Мордор. Небольшой экскурс в историю. Есть такой замечательный город Лондон. И есть его восточная часть, которую мы с ребятами из Грин-парка, которых вы, наверное, некоторые тоже знаете, мы ее так называли, потому что Лондон в воображении большинства людей — это королева и прочее, и олигархи, но не все районы таковы. Восточный Мордор — это Ист-Лондон, это Стратфорд, Кеннингтаун, Пластоу, Афтон-парк, и дальше на юг, но это уже Южный Мордор, это Льюишем, Катфорд, и Клапом, и Пэквилл, и все эти места. И почти все ребята, которых вы знаете, как часть Грин-парка, то есть Порчи, Маркул, No Limit, Жанна, Сифо, кто у нас был еще, значит, кто-нибудь запутан, меня обидится, Денбро, Дамани, кто еще? Короче, если кого-то забыл, это не со зла, нас было много, вот, и... Короче, я очень горжусь тем, что мы все еще общаемся, работаем. Я считаю, что это очень круто. Это начиналось 9 лет назад, и вон, No Limit уже выступает в России. Марик Си покатаются на концертах. Я хочу, чтобы вы пошумели для Грин-парка, пожалуйста, для моих ребят. Спасибо большое. Ребят, подписывайтесь на канал. Сейчас, а еще подпишу немножко. Еще что я могу? Будет еще очень много приколюх. Давайте просто вообразим, что вы такой один большой коллективный дудь. Я вам даю интервью. А знаете, почему я не дал интервью Дудю? Многие думают, что я не дал им интервью, потому что я боюсь каких-то вопросов. На самом деле, можно всегда просто не ответить на вопрос. Я не знаю, придумайте любой вопрос. Он не будет таким провокационным, что я типа не хочу его слышать. А про каких-то моих старых знакомых или про то, сколько я зарабатываю. Не может что угодно задать, любой вопрос задать. Если не захочу отвечать, я не отвечу. Я не пошел к Дудю не поэтому, а потому что он так подавал нам эту тему, что нам это нужно, чтобы собрать ледовые олимпийские. И что мы, блядь, видим? Я единственный из всех к нему не пошел, мы все равно все забрали. Как бы... Сломал Дудя! Причем у меня никакого негатива к нему нету, просто, ну... Как бы это мы нужны им, а не они нам. Я не про себя, это не мое ЧСВ, не вебенное. Это про всю мою команду, которую я очень люблю. Вот, поэтому как бы Дудю салют, но нам это просто не нужно. Нам как бы вот хватает ажиотажа благодаря вам. Ваши заслуги. Сейчас еще будет немножко слезливого говна, вы переживете, я думаю. Огромный вам респект за то, что вы... Даже когда, типа, я падаю вниз, а я еще не раз упаду вниз и снова поднимусь, потому что я живой человек. Вы меня в большинстве своем не забываете, это очень правильно. Потому что, блядь, без хуйни не бывает побед, вы понимаете? Вот. И конкретно, например, если бы не было батла летом, то не было бы батла в Америке. В плане того, что я бы не сделал работу над ошибками, не разъебал бы так сильно было. И поэтому спасибо вам. Потому что сегодня ты что там смотришь? Сегодня ты смотришь батл без панчи, а завтра порнуху без батл. Вот это правильно. Надо себя задумался, сделал выводы и нормально по батлу. Спасибо вам огромное за поддержку, когда я был в LA. Это очень дорогого стоит, серьезно. А ну и те одаренные, как это, особо одаренные люди, которые что-то пишут про то, что, блядь, это был договорной батл, или что мы знали раунды друг друга, или что кто-то кому-то заплатил. Вы, блядь, настолько, даже не долбоёбы, вы просто не понимаете, какое количество нервов я там, сука, оставил. Это просто, это было самое жесткое, блядь, что я прошел в своей жизни, подготовка к этому батлу и, блядь, этот батл. Все, спасибо вам огромное, короче, я вас люблю. А теперь я хочу вам даже не зачитать, а спеть, хотя я нихуя не умею петь. Трек, который, мне кажется, одним из самых моих удачных. Я очень редко люблю свои треки целиком, но вот я вот люблю. Единственное, что так я не умею петь, вам придется за меня спеть часть припева. Трек называется «Кетиновый покров».
доживаю в подъезде. И люди проживают вместе, но это последовательность машинальных действий. Люди так мечтают ночами, что прожигают очами и покидают ночами. Люди пожинают печали, начал сжигает начальник и пожимает плечами. Люди что-то находят слова, ходят психотерапевтом, заводят собак. Люди снова знакомятся, как будто ни в чем не бывало, не сходят с ума. Люди верят в гороскопы за зодиаками, но незаменимых нет, разъемы одинаковы. А город утопает цели, и кто-то выплывает, кто-то утопает цели. И мы не рождаем, что потеряем. Перейти водоворот, хороним и не снимать с меня единовый покров. Но кто же мои воли так теперь начнется руками? Перейти водоворот, не щади меня, снимешь с меня. Люди проливают настойку, сидят в баре на стойку, выпивают поскольку здесь. И всякий принимает стойку, ну что ему никто никогда не скажет постойка. Эй, и да тут ценится гораздо больше все, что ценится и целесообразно. А если чем-то делится напрасно, все целятся гораздо, цепятся на раз-два. Людям нравится лицо, разных одеяний, когда теряют лицо. Люди умирают, все. Есть хозяин, он поселяет жильцов. Люди всюду видят знаки и знамения, но сами не уверены, где страхи и сомнения. А облака по небу шастают, абсолютно немые, тотально безучастные. И мы никогда не знаем, что потеряем. Перейди водоворот, не щади меня, сними с меня единовый покров. Мы твои боли, сами теперь коснется руками. Перейди водоворот, я раним, не снимай с меня единовый покров. И мы никогда не знаем, что потеряем. Перейди водоворот, не жди меня, снимай с меня единовый покров. Но кто же мои боли станет, не коснется руками. Я. Ну что, ребят? Сейчас, короче, будет супер личный трек. Самый, наверное, личный трек, который я писал. Вот. Еще хочу до него сказать в темноте одного словечка короткое. Сегодня в зале присутствует человек, который мне очень дорог, который пережил просто дичайшую аварию, вот, и не просто чудом выжил, а еще и стал сильнее. Человек женского пола, его зовут Сэмми, я хочу, чтобы все для нее пошумели, потому что она самая сильная человек в жизни. А теперь трек. Let's go. Yeah. Нам гроб и год начертан. Мы просим чек, тайный сентр. Не просто ночлег, что кочевник. Так ждет меня, догонял ковчевник. Те, кто зевает, мы все здесь приносим жертву. Те, кто на шее кольцо проносит. Ты просим жертву. Что взамен ты прыжок, и что взамен ты? Что народной любовью горьких растем нашел вечерник. Когда ты бедный, ты ждешь тебя. Большого чека, куда пойдешь, когда чек не спасет. Ты все причетный, бог с почетой. У тебя же все, о чем только мог и мечтать. Рэперок подземный, ты возрос из черни. Вместо того, чтобы спокойно радоваться, сдет вновь плачевный текст. Стоп, ты чекни, как мы живем, у тебя так не живет. Не пусть никто вообще, у нас алкоголь дешевле, чем учебник. Так что если ты ноешь, ты обсовский джентльмен. Это больше, чем ты, больше, чем твое самокопание. Ничего вокруг начал ты, вспомни. Вновь сто лет шли, бок о бок сто лет шли. Когда ноги до мечты, и ты полагонечный. Чек залечит, отдал из тёрла пару лет. Лучше прочь, дух вечный. И слышь, жидок, ты походу не вечный. А ну-ка соберись, ты чего такой нежный? Правда ваша, но вы походу рановато. Выводы сами из неё сделали пацаны.
шаг под микроскопом и рил топ. Если хоть раз обошелся, я ждал год, чтобы собрать дроп. Вот устал, сихипать, рок-фор.